18 апреля 2020 года. Всем привет, ребят. У нас такая вот погода. Сухота стоит. Дождик прошел несколько дней, небольшой такой. Ну, сухо. Сухо. Сухота стоит. Да, ребят, завтра праздник большой. Праздник Пасхи. Так что, уважаемые зрители, уважаемые друзья, Пасхой вас, наступающей. Сегодня у нас суббота. И еще немаловажный момент. У моей сестры сегодня, у моей младшей сестренки, день рождения. Много лет назад. Я очень хорошо помню это время. Была очень сильная вот такая весна, была погода такая, блин, грязная, весенняя погода, распутица. Очень много лет назад, несколько десятков лет назад, родилась на свет моя сестра Ирина, которая сейчас живет в городе. Ирочка, привет! Вот так вот, хочу поздравить тебя с днем рождения. Пожелать всего-всего самого хорошего, продвижения по службе, здоровья, самое главное, ну и, естественно, удачи, всех начинаний, всего, что можно еще пожелать для тебя, чего ты сама хочешь, чтобы все у тебя в жизни сбывалось, чтобы ты не грустила, грустных дней было как можно меньше, ну и все, что ты задумала сделать, все у тебя свершилось, все, что ты загадала, все свершилось. Сейчас иду посмотреть, мне нужно бочку, воды набрать в бочку, наверное, наберу сегодня, если получится. Если получится. С утра сегодня ездили на пожар. Позвонили на пожар. Из трубы школьной котельной вылетела искра. Как уж там чего. Ну, очевидно, где-то была утечка. Искра вылетела. Где-то не герметично, ну и упало на траву сухую и пошло гореть. Из года в год похожие проблемы все у нас повторяются. Искра вылетает, где-то что-то, то провода между собой замкнут, то еще что-нибудь. Ну, слава богу, набежали мужики,
Я приехал на велике, тут женщины кое-какие. Трактор пришел. И своими силами, короче, сотушили. Оп, смотри, сегодня какой ветер дует сильный. Вообще жесть. Просто ветер дует. Серьезно, вот тебе и самоизоляция, и сиди, как говорится, дома. О, видите, ну не знаю, камера передает, не передает, очень сильно дует все это. Кто-то у нас в деревне уже начал, вот видите, коров выпускать. У нас еще коровы стоят дома, мы еще не выпускаем. Вот так. Ну, почему не выпускаем? Сено есть, вот и не выпускаем. Хочу набрать бочку с водой эту в ближайшее время, в ближайшие дни, может быть, сегодня получится, не знаю, чтобы она стояла, была с водой на всякий случай, на всякий пожарный случай, вдруг где-то что-то случится, надо будет что-то тушить, мало ли чего. Сейчас она пустая, бочка, колеса проверить, ну и естественно, набрать ее. Так что вот так, ребята. В том году у нас тоже была где-то похожая, примерно в это же время, ситуация. Загорелась там. Тоже так же берег загорелся. Даже пожарка в том году приходила. В этом году быстро все затушили. Как-то так вот. Тут так вот. Так хорошо, молодцы, сработали. Мужики, женщины. Жители. В деревне в данный момент народу много очень. Приехала с других городов, спасается от коронавируса. Ну вот, как-то так вот случилось так, что пришли только такие вот местные активистов, таких вот ярых. Почему-то не было. Не знаю почему. Может, не дозвонились до них, как всегда. Но это случилось утром. Вот. Сейчас вот я брал бинокль, смотрел. Все это проверял. Бинокль у меня есть. Выхожу, смотрю, мало ли чего. Ну, еще видно. Бинокль старого. Еще... Отец мой выписывал, еще был Роспосулторг в старые советские времена, во времена СССР. Так, сейчас пойдем в гараж. Там мне надо, меня попросили осветить кое-какой вопрос по трактору. Так, ребят, переходим к следующему вопросу. Ветер дует, вообще сдувает. Так, мне написали комментарий такой, Александр Калинин. Александр, привет. Да, ребят, всем привет, всем, кого я знаю, с кем общался, кому ответил, кому не ответил. Вы мне пишете, сними про то, все это, что-то, ребята, процессы съемки идут, что-то делается, что-то не делается, блин, ну, как-то не успеваю то одно сделать, то другое, там, какие-то бывают моменты, не все успеваю сделать, вот, отвечаю. Блин, ветер дует, как бы камеру вниз. Ладно, попробуем. Александр Калинин пишет. Владимир, здравствуйте. Сделайте, пожалуйста, ролик, как сделали добавочные крылья на задние колеса. Как усилили и лист такой ровный, где приобрели. У меня родной МТЗ-50 в родном обличии стоит. Взял из школы его, так как он с завода вышел. Годы его потрепали. На нем все родное. Одно мне не нравится, у него крылья на кабине короткий. Еще вопрос, сколько в стандартных условиях должны быть раздвинуты быть колеса и какой вылет, так как у меня на максимуме. Вот так вот. Спасибо, Александр, тебе за вопрос, за комментарий такой. Сейчас расскажу. Я в том году делал, кто смотрит меня постоянно, кто знает, ну кто-то не смотрит, там
крылья на эти колеса, на задние колеса. Там был целый сериал, кто-то даже не писал. Ссылочка будет в описании под роликом на эти все, ну, как это делало крыло, это делало крыло. Там было несколько частей. Вот, ссылочка будет в описании под роликом, я уже это снимал. Единственное, что, в чем я прокололся, это то, что, вот, сейчас я вам покажу. Вы мне писали, мои зрители, что крыло это надо сделать пошире, вровень с трактором. Я вопрос даже задавал. Я его так не нарастил, чтобы сделать пошире. И сейчас вот есть еще у меня одно такое крыло. Там у деда лежит, надо привезти, обрезать и нарастить, чтобы было вровень, перекрывало колесо. Чтобы не закидывало здесь. Здесь я его не обрезал по шее, по всей ширине. Здесь колесо практически перекрывает. Ну да, вровень. И здесь остается ровным. Крылья. Для тех, кто не знает, для тебя, Александр, у нас раньше, короче, это с одной насосная станция была. У нас раньше в колхозе был карпятник, то есть водоем искусственный сделанный, где запускали карпов на летний период, запускали малька, за лето они вырастали и реализовывали, это было в советское время, во время СССР, реализовывали этого карпа потом осенью местному населению, ну и плюс там была в летний период рыбалка, можно было рыбачить сколько хочешь карп, вот так вот. И там воду туда закачивали, с реки брали, с нашей тары, которая рядом бежит, протекает у нас. Вот, со временем колхоз разрушился, насосные станции разбомбили, кое-что взяли на металлолом, кое-что по себе растащили. Ну и, короче, данные крылья, я уже про это тоже говорил в роликах, это с этой насосной станции. Их там было то ли 7 штук, то ли что-то их много было. Там насосные станции, пульт управления. Вот. Вот так вот. Так, следующий вопрос Александру. Сейчас возьмем штангенциркуль, вот так вот, или вообще-то, а что штангенциркуль, возьмем, вот у меня есть угольник такой строительный, и замерим ширину, сколько у меня раздвинуты колеса. Трактор этот взял отец, когда у нас колхоз стал валиться, он сделал, организовал свое фермерское хозяйство. Вот, у нас в деревне тогда два фермерских хозяйства было. Одно сделал глава администрации наш, действующий сейчас. Он забрал себе всю технику, которая была в нашем, ну, в нашем отделении нашего колхоза. Вот так вот. Ну и он там какое-то время работал. Люди у него там работали в этом фермерском хозяйстве. А мой отец, он сказал, я не хочу работать на кого-то. Я хочу работать сам на себя. Поэтому взял этот трактор на акции, которые причитались акции, как заработанные рубли считалось это. Ну, тогда у всех были заработанные деньги, там акции начислялись от стажа работавшего в колхозе, от заработка, сколько там было денег, ну и там еще какие-то, по каким-то другим причинам, я не знаю по каким. Вот этот трактор был в металлоломе, ну, он как бы был металлоломом, но по акциям он числился как МТЗ-50, вот так вот. Колес не было, короче, тут много чего не было. И мы вот, короче, его восстановили, вот так вот. Вот такая вот, как это сказать, предыстория, или такая вот это. Так, сейчас замерим, сколько это, какая там ширина, длина, это, какой вылет, короче. Так, колеса эти, вот эти я не раздвигал, они так и были раздвинутые, потому что у нас в колхозе, у нас в деревне, короче, как-то высчитали оптимальную длину вылета. С чем это было связано? Ну вот в колхозе были трактора, вот все считали, новые приходили, их раздвигали, вот примерно где-то две. Два с половиной, ну да, два с половиной
2,5 сантиметра, короче, вот вылет. Вот тут вот край, ну а здесь вот фаска, ну вот она где-то выходит 2,5 по срезу этому вот. Тут грязное колесо, потому что езжу. Вот, вот оно так. Вот 2,5. Ну и с той стороны также будет 2,5. Почему это, как, кто это высчитывал эти, эту длину? Почему здесь? А нет, а здесь 2. Здесь 2. Ой, 2 сантиметра от краю. Вот так вот. Короче, вот так, Александр. Можешь сделать с одной стороны 2, с другой стороны 2,5. Ну, хотя с другой стороны, по идее, надо делать везде все одинаково. Я не знаю, сколько у всех, наверное, по-разному. У нас на тракторе МТЗ-80 на том, там сделано сантиметров, наверное. Там 5 сантиметров от края сделано, до края. Мы на том тракторе не разводили. Как оно было, так и есть. Но которые из завода трактора идут, они немножко суженные колеса идут. Вот так. Вот так, ребят, почему у нас такая, это, почему это делали так, вот колеса эти сводили, я не знаю, ну как делали, так и в деревне, в колхозе, так и есть. Ну вот, надеюсь, ответил на все вопросы вас интересующие. Трактор стоит в гараже, ставлю, надо выгнать, помыть грязный. Ну, короче, навести там порядок, марафет кое-какой на тракторе. У нас уже сухо. Еще раз повторюсь, сухо. Так, сейчас вот смотрите. Уже такая вот погода, 18 апреля. 18 апреля 2020 года. Очень сухо. Ну, видите. Вообще, я замечаю, что погода каждый год, весна наступает чуть-чуть раньше. Вот. Теплых таких деньков, жарких, солнечных. Вот сейчас, раньше, по прошлым годам, когда был маленьким, было гораздо было как-то это холоднее, мне кажется. Сейчас стало теплее. Наверное, парниковый эффект дает о себе знать. Вот так вот. Много лет назад погода была значительно холоднее. Вот так. Ну все. Все, я надеюсь, ответил на ваши вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, задавайте вопросы. Ну все, с праздником наступающей Пасхи.